Вчера на сайтах информагентств появились сообщения о задержке рейса Улан-Удэ-Москва. Мы не обратили бы внимания на это событие, если бы не один факт. Оказывается, именно этим рейсом должна была вылететь делегация бурятских чиновников в Бирвин на выставку «Зеленая неделя». Мы поинтересовались, что же это за мероприятие. Вот такое веселье царит в Берлине в январе. Оказалось, что бурятские чиновники во главе с зампредом правительства Александром Чепиком уже не в первый раз принимают в нем участие. Вот что сказал Александр Евгеньевич о результатах своего визита в Берлин в 2009 году. Наша делегация посетила более 30 сельскохозяйственных предприятий различного направления, изучила систему господдержки сельхозпроизводителей и взяла на вооружение весь их положительный опыт. Участие республики в мероприятии столь высокого уровня – это реальный шанс заявить о себе, показать, что мы можем производить и какое наше место в сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. Что и как мы можем производить, показали недавние события на свинокомплексе в Заиграево. Как говорится, без комментариев. Добавим лишь, что поездка бурятских чиновников в Берлин обойдется бюджету республики почти в миллион. Еще 5 миллионов будет потрачено из бюджета Всероссийского выставочного центра на аренду автомобилей, оплату гостиниц для членов делегации, чиновников, артистов и журналистов в самом.